Добрый день, дорогие подписчики! Приветствую вас на канале со свежими новостями о шоу-бизнесе. Здесь вы узнаете всю правду о знаменитостях. Каждый день только лучшие новости. Попрошу поставить лайк и подписаться. А теперь к новостям. Певица Ольга Кормухина, имеющая прозвище Кувалда, смогла довериться только одному человеку из мира шоу-бизнеса. Им оказалась Алла Пугачева. Об этом исполнительница рассказала в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ. Телеканал показал анонс интервью Ольги Кормухиной с Лерой Кудрявцевой. Рок-исполнительница смогла пробиться из низов и стать известной на всю страну. Такую же судьбу имеет и Пугачева. Это обстоятельство и стало поводом для дружбы между двумя звездами. Однако сейчас им удается видеться все реже из-за плотных рабочих графиков. Кормухина общалась и с бывшим супругом Пугачевой Филиппом Киркоровым. Между исполнителями часто возникали споры, так как они оба имеют непростые характеры. Певица рассказала об одном забавном случае, связанном с королем эстрады. «Он просто увидел меня в полоборота и заткнулся», призналась рок-звезда в анонсе программы. Долгое время Ольга Кормухина не появлялась на публике и вела затворнический образ жизни. Недавно она начала выходить в свет и участвовать в телевизионных шоу. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк и подпишитесь.